И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Иван Смит, и мы в очередной раз встречаемся на сервере Mineplex. И сегодня мы будем играть в такую мини-игрушку, как Turf Wars. Не знаю, как правильно читается, в общем, прикольная мини-игруха, давайте заценим, посмотрим, такая, пощупаем эту мини-игрушку, и погнали. Что-то не особо много игроков, но ладно. Давай, о, что-то... Сказал, не особо много игроков, на самом деле тут много уже игроков. Так, в общем, в чем прикол? Тут мы будем, так сказать, в перетягивании каната играть, захватывать территорию с помощью лука, так что тот, кто лучник, тем понравится. Вот, и поехали. Так. Ух ты, прикольная карта, на такой карте я еще не играл даже. Вот. Так, и у нас сейчас есть 40 секунд, чтобы построиться. Строить мы должны всякие там укрепления такие, типа вот, вот чего-то такого, типа, чтобы защититься немного. Что, когда, где, я... Тут вообще так можно? Окей. Ладно, раз тут так можно, значит тут так можно. Нам периодически дают стрелы, в общем. И, в общем, все вот так вот круто. Мы должны, короче, убивать врагов, и из-за этого у нас будет больше территории. Так, скоро у меня уже кончатся блоки, но их там тоже... Так, приготовиться, поскольку сейчас мы начнем уже стрелять. Так, поехали. Кто у нас, кто у нас? Вон там у нас чувак. Эти в меня попали, а я ни в кого не попал. Окей. Поехали, поехали, поехали. В лес за орехами. Так. Лови. Да какой ты меткий, слышь ты? Реально, он прям меткий, как этот. Непонятно даже какой-то. Окей, пошли. Ты куда побежал? Где? Когда? Что? Кто меня вообще убивает? Окей. Время битвы. Так, будем стрелять просто туда куда-то. Может, куда-то мы попадем даже. Лови. Так, 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 так. На. О, я убил кого-то. Я кого-то убил. Круто, круто. Я не бесполезный. Иди. Иди, слышь ты. Вот реально, вот, вот. Чуваки, вы чё такие борзые? Вы чё такие? Чё такие мечники, а? Слышь ты, чё такой мечник, а? Лови. Лови. Есть. Так, лови. Вот, вот этот, я тебя просто ненавижу, ты слишком хорошо играешь. Так. Куда-нибудь туда сейчас постреляем. На, лови. О, build time, время строить, время строить, время строить. Вообще никому не нужные постройки. Я построю башенку. Отлично, я построил башенку, из-за которой теперь я могу стрелять. Вот такая вот башенка будет. Вот, вот такая. Так. Лови. Чувак, ты, по-моему, из синих. Да, да. Во, отлично. Лови. Так, 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 так. Эти в нас попали, отлично. Но мы держимся, у нас целых 10 линий еще осталось. Мы, конечно же, выиграем, в кавычках. Так. Это кто такие вообще? Что, где, когда? Реально, очень быстро происходит игра, все очень динамично, но только было бы круто, если бы мы еще повыигрывали. Да, но, к сожалению, вот так. Отлично, первый матч у нас закончился, и давайте подождем до второго. Итак, остались уже считанные секунды до начала второго матча. Я тут смотрю, тут много прикольных классов есть, можно было бы попробовать. Так, вот на этой карте я уже играл, это мне попривычнее будет карта. Ага, все, пошли строиться. Тут, в принципе, никуда упасть нельзя на этой карте, так что все очень круто. Надо сделать себе какое-нибудь такое небольшое укрепление, чтобы просто стрелять отсюда.
Так, у нас еще есть 20 секунд, чтобы строить. Отлично, вот такое себе окошечко сделаем. И тут себе такое же хорошенькое окошечко сделаем. Вот так вот. Все, я в принципе уже готов рвать и метать. Я уже нацелюсь на кого-нибудь. Вот на того чувачка. Лови. Минус один. Кто еще? Вот ты. Есть. Минус еще один. Так, не, чувак, ты, я смотрю, в меня целишься, и это мне не нравится. Так, лови. О, почти в меня попали. Круто, молодцы, молодцы, хорошо. Хорошо. Так, надо застроить немножко мое укрепление и продолжать сражаться, поскольку в меня даже смогли попасть. Ну ладно, продолжим. Продолжим, продолжим. Посмотрю, у кого тут какие прикольные укрепления есть. Вот это мне укрепление по нраву. Я сюда зайду, сейчас тут немножко наведем порядочек. Так. Ну, чувак, нет, есть. Я тебя вынес. Еще одного вынес. Просто. Сейчас затащим, сейчас затащим, сейчас затащим. Сейчас все будет. Сейчас сделаем. Тихо, тихо. Главное уворачиваться от стрел других и просто преподать им небольшой урок. Так. Отлично. Пойду я с другое укрепление, а то тут уже меня просто разносят. Ловите. Не жалко. Ни для кого не жалко. Так, время строить. Я как посмотрю. Тут опять все строить что-то начали, вот вообще непонятно. Вот так вот тоже я построю, как все. Просто все строят, и я строю, знаете. Вот, вот так. Главное, так, все, 3 секунды до окончания строительства, и снесем кого-нибудь. Так. Настало реально время комбата. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Тут буквально чуть-чуть-то осталось их-то добить. Вообще, вообще ничего, так нифиг делать. Так, да что их там добить-то осталось? Тут чуть-чуть буквально. Тут уже все просто. Есть. Так. Тихо. Еще сейчас кого-нибудь поубиваем. Лови. 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 Отбежал. Есть. В этой игре очень хорошо тренировать скилл лучника. Вот. В эту игру поиграешь так подольше, и прям скилл лучника прям тренируется, ты прям уже ощущаешь себя таким лучником, про-лучником таким, хопа, снайпером. Хоп, я лучник, я такой прям, вот вообще, вот поиграв в эту игру, вы можете говорить друзьям, да я лучник, я вообще молодец. Итак, у нас идет ожесточенная борьба, и никто не хочет никому уступать, но мы немножко хотя и выигрываем, но все равно, лови. И все-таки как меня снесли-то. Так, мы начинаем проигрывать, и это мне не нравится, поскольку, ух ты ж, они пошли в разнос. В разнос пошли, ты посмотри. Ты посмотри, что творят. Так, 20 секунд времени строительства. Ну, давайте построим себе какую-нибудь штуку, чтобы хоть немножко было какое-то оборонение. Вот что-то типа такого. Ну, почти. Вот, и отсюда уже будем продолжать вести оборону. Так, давайте. О, нет. Так, стоп, что-то у меня... Что происходит? Кто? Меня убили с меча. Вот, не люблю таких человечков. Ладно, что-то опять не заходит, вообще не заходит. Эх, и красные все-таки опять выиграли игру, хотя у нас все так хорошо начиналось просто. Окей, ну что ж, вы меня разозлили. Я прям захотел купить себе... Как его зовут? Инфильтратора. Давайте прям возьмем его и купим, поскольку он... За него прикольно играть. Все. Так.
Окей, давайте. Давайте. Вот теперь посмотрим. Сейчас я реально нагибать буду. У меня сейчас есть меч, с которым я буду просто убивать всех, просто вот. И все будет просто чики-пуки. Так. О, это моя любимая карта, кстати. Вот это вот реально очень прикольно, на самом деле, карта. Я тут, мне в принципе все равно, что строить. Я все равно сейчас пойду к своим врагам. Я пока не могу гулять там. Но скоро я пойду туда и смогу. Так. Давайте побольше построим. Больше стройки. Больше, чтоб просто. Так. 4, 3, 2, 1. Так, побежали. Нет, меня все-таки снесли, но ничего. Мы все-таки будем драться, мы будем бежать. У нас будет очень тяжело попасть, поскольку мы постоянно бегаем. Да, мы можем вот убить этого чувачка. Минус один. Нас тоже бьют так, хорошенько. Но вот прям сейчас. Так, мы за красных играем, мы опять проигрываем. Круто, побежали. Ни в коем случае не останавливаться, убиваем всех. Нет, все-таки нас убивают. Это как-то странно. Что-то меня все мечники убивали, а я не могу никого убить, играя за мечника. Круто. Ну, а сейчас мы подойдем и... Да ладно, вы серьезно, реально. У меня тоже есть стрелы, кстати, это только одна стрела. Так. Да ладно, как вы так в меня попадаете? Я ж набегу, реально набегу, и меня очень тяжело как бы должно попасть. Так, что-то сейчас вообще не зашло. Так, отстань. Я просто тебя хочу убить. Окей. 20 секунд билд тайма и... Блин, я не могу играть за мечника. Окей, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и мы убьем вот этого дедушку. 3, 2, 1. Все, пошли. Так, куда-нибудь... Да ладно, кто? Как вы убиваете меня? Я же бегаю быстро, очень быстро, вообще быстро бегаю, я ж молодец. А почему я их ни с одного удара убиваю, а? Объясните мне кто-нибудь. Окей, все, что-то мне не нравится теперь этот класс, вообще не нравится, вообще. Чувствую, играя за этот класс, я прям буду умирать вот очень часто. Вот реально, вот прям очень часто. Да ладно! Как вы это успеваете делать? Я типа с луком. Да. На ходу. А у меня стрел нету. Да вы серьезно? Вафл... Лорд Вафли меня убил какой-то. Вот так вот. Убью кого-нибудь? Нет. Знаете, по-моему, это было плохое решение взять себе этот класс. Реально, это было очень плохо. И вот как мне тут жить? О, меня попали как бы, но... Круто. Все очень круто. Ну, нет, я никого не убил, я молодец, я просто не знаю, сейчас два, все, еще кого-нибудь убивают и... Молодец, Ваня, молодец. Нет, это было плохое решение, очень плохое решение, поэтому мы
Кстати, что ты делаешь? Вот, ну, у меня все равно у тебя денег нету. Ладно, возьмем обычного чувачка. И я посмотрю, что ты делаешь, поскольку мне очень интересно, что ты делаешь. Ладно. Ладно. Так. Так, мы играем за синюю команду. Ага, отлично. Ну, поехали. Все. Блин, не люблю я эту карту. Ну, не нравится мне она. Вот, ну, эта карта мне реально не нравится. Вот, ну. Вот хоть убейте меня, не нравится мне эта карта. Ну, потому что не нравится. Ладно, построим все минимальные укрепления. Просто вот так вот, чтобы можно было поднадать им прям хорошенько так. Так, вот тебя я убью первым. Не, ладно, тогда кого? Тогда вон того чувачка. Есть. Да ладно, ну тот чувак тоже, он не промах, он хорошо играть умеет-то. О, кстати, тут лесенки есть, чтобы сразу сюда наверх забраться. Ага, ага, все, прочуял фишку. Фишку-то прочуял. Так, ты не разрушай тут, не разрушай, не разрушай. Эть. Да ладно, реально крутой игрок, он что-то, ну прям хорошо так играет, прям отходит по сторонам, такой бегает, такой крутой типа. И что-то у нас опять не заходит вообще, я их всех просто нагибаю, но что-то не заходит. Я его каждого стрелой уже наградил, а что-то тут не заходит игра на этой карте. Не люблю эту карту. Окей. Что-то вообще не заходит. На. На. А ты что думал? Да ладно, кто там такой крутой, что меня убивает? Не, ну мы еще выберемся из нашего дна. Я умею бегать, я умею стрелять. Кто-то его подстрелил. Ага, у нас еще 13 секунд битвы, 10 секунд битвы. Потом мы сможем нормально построиться. Я еще даже кого-то убил, представляете? С такого-то расстояния кого-то убить. Это... Так, настало время строительства, небольшое время строительства. Я тут построю себе такую штуку. Вот, чисто вот так вот, вот так вот. И вот так. А, да ладно. А? Да ладно, не люблю воду. Так. Реально, очень не нравится эта карта, вот из-за того, что тут можно упасть, это очень неудобно. Так, Бэтмен. Бэтмен, ты у нас Бэтмен. Так, ты у нас просто свалился. Бэтмен, лови. И ты, чувак, тоже лови. Я не знаю, кто вы, зачем вы, где вы, как вы. Но просто все супер, просто круто, пупер, мега. Походу, вообще, что-то дела плохо складываются. Ладно, будем стрелять из укреплений. На, лови. Лови, я сказал. Что, попал? Попал. Ты лови. Лови, я сказал. Есть, кто-то его подбил. Да кто? Реально, кто-то очень хорошо распопал вот в эту дырочку, кто-то очень хорошо стреляет. Так, настало время строить. Время строить. Но тут мы уже вообще ничего не сделаем, тут уже просто бесполезно, реально. Но...
Да ладно. Да вот, вот. Супер круто. Вот как так случается, что постоянно в ту команду, в которую я попадаю, я проигрываю? Хм. Возможно, это просто не везение, а возможно, у кого-то вместо рук клешни. Ладно, во всяком случае, с вами был Иван Смит. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, комментарии. Ну, все такое, вы уже все сами знаете. И... ух ты, гейм лут. Окей, всем удачи, всем пока.